В Артеме сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с коллегами из Росгвардии провели рейд на улице Кирова с целью предупреждения и пресечения каналов незаконной миграции, выявления фактов нелегальной трудовой деятельности иностранцев, а также контроля за миграционной ситуацией и соблюдением российского законодательства. В Артеме сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии провели рейд на улице Кирова. В ходе мероприятия 28 иностранцев были доставлены в территориальный отдел полиции. Полицейские провели дактилоскопирование, проверили документы, удостоверяющие личность и подтверждающие законность пребывания на территории Российской Федерации. В отношении нелегалов составлены протоколы по статье 18.8. Это нарушение иностранным гражданином либо лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации. Решением суда троим иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы России в форме самоконтролируемого выезда. 25 назначено наказание в виде штрафа и административного выдворения путем принудительного выезда с помещением в центр временного содержания иностранных граждан. Полицейские также разъяснили иностранным гражданам ответственность, наступающую за неисполнение требований российского законодательства. Мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в миграционной сфере будут продолжены.